же очень сильно простреливалось. Вот район Мило, вот здесь, то здесь вообще простреливалось. Вот вы когда по телевидению видели обстрелы Иерусалима, вот это здесь, это основная, самая горячая точка была. Вот здесь вообще так прострелы, прямо... Дороги защищены, да, с двух сторон. Да, здесь вообще обстреливалось, как будто вдоль полуберега, всех домов. Сейчас уже построили такие оградительные. Вот здесь обстреливалось вообще, вот здесь. Такой обстрел, а сейчас бронированные щиты поставили. Ну, большинство израильтян этой дорогой боятся ездить и не ездят. Ну, кому надо, все равно. Потому что она через территорию. Хотя она очень выгодная. То есть этой дорогой можно с другой стороны Иерусалима въехать. И не надо через весь Иерусалим. Так бы мы через весь Иерусалим бы сюда ехали. А так мы с другой стороны въехали и все. Иерусалим, да? Въезжаем в Иерусалим. С южной стороны, да?